Запись там идет. Димка не место. Это мое. Ценители аккаунта моего музыки. Вот мы начинаем пятый концерт в серии «Живой аккаунт». Очень приятно, что на пятом концерте слушателей чуть больше, чем на предыдущем. Ну, собственно, и играть мы будем, в принципе, то же самое, за исключением так, добавления двух треков из третьих героев. Ну, так, для разнообразия, они, в принципе, такие несерьезные маленькие. Ну, вкратце расскажу историю проекта «Живой Арканум». Собственно, идея сыграть музыку из Арканума появилась довольно давно у меня. И как только я нашел ноты в интернете, соответственно, сразу решил, так сказать, организовать концерт. Мы собрали квартет, немножко другие у нас были исполнители, первый, второй раз. Ну и, соответственно, первый концерт у нас состоялся 2 года назад, чуть больше, в сентябре или в октябре 2008 года. Там телевидение было, попали там на MTV даже, соответственно, так довольно начало было хорошее. Ну, и продолжение тоже неплохое, там через 2 месяца у нас был 2-й концерт, потом 3-й. И, соответственно, 4-й, последний концерт у нас был год назад, прям ровно 15 ноября 2009 года в этом же зале. Ну и вот, наконец, 5-й концерт. Ну, собственно, все. Теперь я объявлю наших исполнителей. Это Анна Аккуратнова, виолончель, Дмитрий Кузьмин, Айк. Вероника Гибадуллина, 2-й скрипка. Ну, я Аккуратнов Александр, 1-й скрипка. Просим вас отключить мобильники, и, соответственно, у нас ведется запись просто, поэтому, чтобы постороннего шума не было, ходьбы во время концерта, возможности нет. Начнем. Объявлять номера не будем в этот раз, в программке там все написано, в том порядке, как будет. Thank you.
Thank you.
заканчивается. Второе, такое небольшое добавление. И будет два трека из героев 3. Thank you.
главную тему можете сыграть? Ага. Спасибо. Крушение зефира.